молодым и что-нибудь успеть. Только я вижу мало толка в бессмысленной погоне за тем, что уже есть. Сто дорог за дверью неба, сто Боюсь, это я, дорогуша. Это консьерж! Ты не получишь мальчика с яблоком, комик! И что я? Алло. Ну, здравствуй, Руслан. Вано? Хорошо, что узнал. Я вот по какому делу звонил? Помнишь 30 тысяч, которые ты мне давал? Да. Так вот, вернуть тебе их хочу. В смысле вернуть? Что в смысле, Руслан? Вернуть? Так я думал, это не долг был. А, ты где гараж мой, помнишь? Да. Через час тебя жду. Давай. Сло! Тема исчерпала себя. Я ухожу. Кто это? Ошиблись, наверное. Андрей, открой дверь, может, это что-то срочное. Кому надо, позвонят на телефон. Алло, да. Ты дома? Это ты, что ли? Да, что, дверь не открываешь? Слушай, я не один. Блин, открой, надо срочно поговорить. Подождать никак не может. Никак не может. Ты уверен? Да. Твою. Здорово. Ну и что случилось? Пустишь, может, или тут общаться будешь? Да заходи уже. Ну? Короче, Вано звонил. И что? Говорит, долг хочет вернуть. Какой долг? Ну, помнишь, я ему 30-ку давал. Так это ты ему долг давал? Он говорит, да. Так в чем проблема? Езжай, забери. Ты что, глупый совсем, что ли? С каких пор Вано будет долги раздавать? К тому же это не долг был, а отходные. То, что он меня отпустил. А если он меня грохнет? Зачем? Андрюх, поехали со мной. Я тебе уже морально и финансово помогал. Помнишь? В этот раз меня, братишка, не ввязывай в это во все. Блин, ну Андрюха! Ну что тебе, Андрюха, Андрюх, что я тебе изначально говорил, когда ты начинал наркотой заниматься? Что, карму испортишь? А что теперь? Ну ладно, друг, прощай. Спасибо тебе за все. Подожди, хочешь, я тебе электрошокер дам? Че? Очень хороший мальчик. Я тебе говорю, нормальный такой мальчик. Ладно, ты давай, не волнуйся, он настоящий профессионал своего дела. Угу. Да-да, скоро будет, давай, все, пока. We'll be right back.
А, Русланчик, давай, проходи. Чё ты там стал как не родной, а? О, видишь, машину продаю. Уже объявление дал. Так и помыть надо. А, иди сюда. На, держи. Ну что, возьмешь? Я тебе скидку хорошую сделаю. У меня денег нет. А, видишь, от меня ушел, и сразу денег нет. Ты, наверное, сейчас думаешь, почему мне Вано звонит, да? Ну да. Звонит, хочет денег вернуть, которых как бы в долг не брал, да? Так? Ну так. Не веришь ты мне, значит? Ну почему не верю? Просто Вано, неожиданно это все как-то. Ага. Неожиданно, знаешь что, Русланчик, неожиданно все меняется. Понимаешь? Люди меняются, не все, Русланчик, не все меняются, но есть люди, которые поменяются, есть. А знаешь, что дальше интересно? А дальше жизнь меняется. А знаешь, что самое интересное? Что потом мысли меняются, понимаешь, Русланчик, мысли меняются. Не очень, Вано. Русланчик, пойми, самое важное, ну, это избавиться от людей, которые, ну, думают не как ты, понимаешь, Русланчик, мешает тебе. Понимаешь? Они же тебя ко дну тянут, пойми, ко дну! Да я понимаю, Вано, я же говорю, ну неожиданно это как-то... А, неожиданно? То есть от меня неожиданно, да? А от кого-то ожиданно? Скажи мне, а чего ты решил, что я такой, как ты обо мне думаешь, а, Русланчик? Не знаю. Эх, Русланчик, Русланчик, кончать с тобой надо, кончать. Вот и все, Русланчик. Эй, Вано, ты жив? Руслан, что ж тебя не уложили там, а? Андрюх, я его завалил, кажется. Подожди, так вроде тебя должны были. Нет, он денег мне хотел отдать. Так, и? Андрюх, да. Да он просто так резко повернулся, у меня сама рука с шокером выскочила. Да еще он подожди, башкой подожди, долбанулся подожди. Ты его уложил, что ли? Андрюха. Ты его убил? Лежит, не шевелится. Ты его убил? Да нет, вроде жив. Что делать-то, Андрюха? А, слушай, знаешь что, налей масло на пол. Когда очнется, скажешь, что подскользнулся, там упал. Ну, думаю, разберешься. Все, понял, давай, отбой. Так, так, так. Масло, масло, масло. Как это, что тут за дела? Чего молчишь? Да вот он на масле подскользнулся, еще и головой ударился в отключке сейчас. Вижу, что в отключке. В скорую звонил. Вано! Вано, очнись! Вано! Хорошо, хорошо орать, а то он глухим очнется. Аптечку посмотри в багажник. Может, он мертвый? Да что он мертвый? Это же Вано. Че, он башкой ни разу не бился. Вот. Че, вот, на шатырку доставай. Ему. А.
Вано, тут это, ты на масле поскользнулся и головой ударился. А ты кто? Вано, хорош прикалываться, ехать надо. А ты кто? Вано, ты чё, это ж мы. А мы кто? Вано, ты чё, не помнишь нихера? Он память потерял. И чё мы делать будем? Чё делать? А чё, человек пришёл, там мы без Вано справимся. А что, мы в таком состоянии здесь оставим? Да нет, такого, конечно, нельзя оставлять. Ну чё, Вано, начитался умных книжечек? Всё, началась новая жизнь. Теперь нихера никому отдавать не надо. Все равно никого не помнишь. Давай, забирай его, поехали. Вставай, Вано. Вставай, ну что ж ты так аккуратнее надо быть. Давай, Вано, пошли. Сейчас дело сделаем, подлечим его. Ты чё стоишь? Поехали. Куда? Чё, тоже память потерял? Поехали. Делом не провалишь, конец тебе. Так, ну как он там? Вано! Вано в отключке. Да пусть отдыхает, может память прояснится. Голова всегда была его слабым местом. Не, ну а чё, такое ж бывает. Вот у меня случай был, ну, в школе. Один другого по затылку книжку ударил. Так он зрение потерял. Ну, не навсегда, конечно. Через час-то вернулась. А затылочная часть как раз за зрение отвечает. Ну, его же затылок, вот оно и отключилось. Не, ну я просто в школе учился, знаю, что пятерку даже по этой теме получил. В школе учился? Молодец. Ну вот, видишь, может он как раз той частью головы ударился, которая за память отвечает. Большой, давай помолчим. Ну чё, умник, пошли. Так, где мобила? Алло. Да, Петрович, подъехали. Хорошо. Короче, продавец он странный. Ну ты понимаешь меня, да? Вано сказал, ты свое дело знаешь. Смотри, сделаешь все хорошо, получишь хорошие бабки. Если нет... Короче, ты меня понял. Ну чё стоишь? Пошел. Какой-то он странный. Да все они странные. Вано, а он нас точно не подведет? А может, к нему память вообще не вернется? Надо ему еще раз по башке долбануть, когда вернется. Здорово! Разувайся, проходи. О, ништяк. Проходи, давай, не стесняйся. Хрена себе, Петрович. Ну что, веселиться-то будем?
Что так смотришь на меня? Мужика что ли не видел в халате? Сейчас мы тебе глазенки раскроем. Да? Давай, 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 суетись, чё ты, давай, давай, давай. Давай, родимый. Вторую пошел быстро. Чё, сразу что ли? Да, сразу. Давай, давай, давай. Давай, ништяки, надо сразу снимать. Чё это, кокаин? Не совсем. В смысле? В смысле, не совсем. Чё это? Это новые разработки. Клёво. Плохо не будет? Сейчас посмотрим. Так. Угу. Две минуты. Так, ага. Так, в себя приходишь, да? Ага, так. Зрачки у нас вроде бы ничего. А ну-ка, рот открой. Ага, так, еще шире. Так, язык нормальный. Что за херня? Да декстридол долго разрушается. Твой организм просто не успел привыкнуть. И тебя вырубило. Блин, надо было его двухолентным делать. Че? Двигаться-то можешь? Руку подними. Бля, чувак, поздравляю, ты первый, кто не обосрался. Давай сейчас алкогольчика, разрушим нахер твой декстридол. Во. Вы что, дрянь мысль толкаете? Да ты что, мы торгуем проверенным товаром, а этот товар надо до ума довести. Так я умереть что ли мог? Максимум бы овощем бы стал бы и все. Что из-за тебя? Инвалидом мог стать. Ты чё, шлёпок? Здоров же! Скотина! Нюхай! Нюхай, сука! Большой, ты можешь свои яйца потише сделать? А, о, извини. Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Где Вано таких идиотов находит? Ну, они же здоровьем рискуют. Сильно рискуют. Умереть даже можно. Ты вот шаурму на вокзале когда покупаешь, ты о здоровье своем не думаешь? Ну, что ты опять? Чё ты докопался? Может, пацан попал конкретно? Да, да. Или мама больная? Тебя это устраивает? Ну да. Да.
А вот ты, походу, обосрался. Где товар, за которым я пришел? Ты чё творишь-то? Ты чё, тупой? Где товар? Быстро меня развязал. Сука, товар где? Ты чё? Чё, значит, не хочешь по-хорошему, да? Ну чё, Петрович, где у тебя этот ножик поострее? Сейчас мы тебя резать будем. Не ссы, жить будешь, ушлёпок. Говорить, значит, не хочешь, да? Придется тебе ухо отрезать. Говори, сука! На втором этаже в шкафу! Чего не звонил-то? Не знаю, дал товар и отправил. Давай в машину. Ну что, раз не отзвонил, значит, ты был молодцом. Ну да, все прошло хорошо. Большой, достань телефон, а, пятый раз звони. Что за мальчик? Да. У какого гаража? Ты... Ты кто такой? Я... Следи за ним. Так ты чё, не тот? Сиди, не рыпайся, или я тебе голову оторву. Петрович! Да здесь я! Вот они уже и идут. Ну все, тебе конец. Я же говорил, я тебя достану, бро. Всем лежать, болит! Лежать, морды в пол! Куда ты пошел? Стой! Стой! Руки за спину! Лежи, не дергайся! Когда вы решили к нам обратиться? Алло, ты оглох, что ли? А? Я спрашиваю, когда вы решили позвонить в полицию? Ну, я пришел туда, шкаф открыл, там наркотики упакованные лежат. Ну, я и думаю, надо звонить. Ясно. А с чего ты взял, что там наркота? Ну, а что я, по-вашему, должен был подумать, что это мука? Ты сейчас у меня поумничаешь. Ну, хорошо, почему вы раньше не позвонили в полицию? Ну, во-первых, я не знал, что это сделка по наркотикам. Во-вторых, ну, как бы страшно было. Ну, и там они еще были. Ну, я при них, что ли, буду звонить? Алло, полиция, меня тут везут. Сказал тебе, куда. Сейчас доумничаешься. Скажите, откуда вы знаете Андреева Ивана Николаевича, больше известного по кличке Ванно? Да я его не знаю. А в гараже что делал? Ну, я ж говорю, пришел туда машину посмотреть по объявлению. Там он лежит, еще масло разлито везде. Ну, еще эти двое пришли. Что, заново все рассказывать, что ли? Сколько надо, столько и будешь рассказывать. Так, распишитесь. В общем, вы пока свободны, из города не уезжать. Чё ты смотришь? Иди уже.
Да, значит, подхожу к нему. Он такой стык. Начинает, знаешь, так прыгать. Вот, и ему... Ай! Да долезь ты, твою мать! Да лежи ты! Вырви его, вырви! Вы меня с кем-то попутали! Чё стоишь? Поехали! Спокойной ночи. О, а чего вас так долго держали? Нас с Петром Ильичем уже 2 дня назад выпустили. Держали, значит, надо было. Какого хрена ты на ней приехал? Нас же разваливается на ходу. Че ты не избавился? Че ты? Нормальная тачка. Едь ты, едь. Че еще надо? Поехали. На, я тебе пожрать взял. Да отстань. Как там Катя? Не потеряла меня? Да нормально, я сказал, что ты в Питер уехал. Ну че нормального-то, а? Смотри, передачу включаю, она срывается. Ну как ездить можно? Нереально ездить. Так ты сцепление выжимай полностью. А я что по-твоему выжимаю? Вообще не тянет. Так ты поджиг свой забирать-то будешь? Во-первых, он не мой по документу. Во-вторых, если его забирать, то вместе с наркотой, со стволами, со сроком, который ко всему этому прилагается. А что там Вану? Пришел в себе? Да ну ничего, тело есть тело. В больничке пока лежит без сознания. Аккуратно, девка. Да вижу я девку. Посиди в машине, я сам схожу. Ты куда? Ну чё, Мишань, не хочешь мне рассказать, что здесь люди фофаны делают? Будешь? Я жду, Миш. Ты знаешь, у нас намечались большие выходные. Много людей, товара нет, тебя нет. С кого потом спросят о доходах? Я стал звонить Фофану. Фофан согласился помочь, но при одном условии. Теперь мы работаем с ним. Ты чё, Миш, охренел? Нет, я не охренел. У нас с тобой был договор. Ты пропал и тем самым меня подставил. Решай вопрос с Фуфаном. Не все равно, с кем работать. Чего? Пока я там куковал, Фофан у нас все точки отобрал. Охренеть. Так давай с ним поговорим. О чем с ним разговаривать, если это он замутил? Фофан заднюю давать не будет. Так-то да. А что нам делать? Дай-ка шаверму. А, ну... Так-то пока тебя не было, я ее уже съел. Спасибо. Мне 5 минут не было. Ну, я так-то есть хотел. Короче, где этот мудила, из-за которого мы в жопе такой? Ну, у нормального в гараже. Поехали, похороним его, может, полегче станет.
Давай, выгружай. Прям здесь? Здесь. Мы вообще-то не убийцы. Так что выживешь ты или нет, зависит только от тебя. Ты ж у нас барыга шустрый. Давай, придумаешь что-нибудь. Я в тебе верю. Давай, большой, заканчивай. Еще погоди. Слышь, а он так на этого барыгу похож. На какого барыгу? Ну тот, который в клубе у этого, у валета работает. Идем уже, большой. Думаешь, похож? Да одно лицо. Жить хочешь? Короче, сделаешь то, что я скажу. Давай, развязывай его. Развязывай его, привязывай. Может, мы специального человека для этого найдем? Чувствуй себя как дома. Не советую пытаться сбежать. Хороший, хороший. Зачем ты его припер? Как зачем? Ты сам просил принести щенка. Нормально, где у тебя кофе? Нет кофе. Других щенков не было? Нет. А чем тебе этот не нравится? А чай-то у тебя есть? Чая тоже нет. Тем не нравится, что он не похож на далматинца. Зачем ты его взял? Ты мне сам сказал, возьми белого щенка. Да, белого. Который похож на далматинца. Ты не говорил, что он должен быть похож на далматинца. Я сказал, возьми белого щенка, и мы сделаем из него далматинца. Из чего следует, что щенок должен быть похож на далматинца? Далматинец – гладкошерстная порода. Ты же привез пушистого щенка. Даже если мы его покрасим, как далматинца мы его не продадим. Слышь, нормальный, у тебя кофе нет, чая нет, ты что пьешь вообще? Воду. Все время воду пьешь? Нет, вот сейчас не пью. Так, давай пострижем его. Где ножницы? Привет. Ну, пальцы свои убери. Убери палец отсюда свой. Вот, держи. Ну, ё-моё! Чё я вижу? Парикмахерскую открыли? Да, бизнес открываем. Вот, учу заместителя. Сашка у него помощницей будет, помещение снял. С понедельника работают. Сам ты что делать будешь? Директором. Директор? Красавчик, что сказать. А помнишь, говорил, что серьезные дела готов делать? Да. Полы красим, штукатурка, сантехника, электрика. Да, вот это он занимается постоянно. Я серьезно. Серьезно, да? От денег зависит.
Ну как ты здесь отдыхаешь? Ну да. Держи. Ты ж маме хотел позвонить. Давай. Только на громкую сделай. Алло. Алло, мам, привет. Сынок, привет. Ты куда пропал-то? Я тебе звоню, а у тебя телефон не доступен. Да нормально все, мам. У меня это... телефон сломался. Ой, ну я не знаю. Я так переживаю. Ты вообще пропадаешь, а ну как... Не, мам, ты не переживай. Все нормально, правда. Телефон в ремонте. Точно? Да. В ремонте телефон. Я тебе позвоню потом. Сынок, ну как же ты? Ну я же волнуюсь. Ну ты не переживай. Я у знакомых взял телефон, потому... Ну хорошо, родной. Ты не пропадай только, да. Пожалуйста. Мам, давай потом тогда. Все. Давай. Береги давай, себя. Пока. Что привет не передал? Я долго тут еще буду сидеть? Отдыхай, че ты? Набирайся сил. Да я ж сдохну со скуки. Что ты сказал? Развлекайся. Спасибо! Гематому в верхней теменной доли головного мозга. На данный момент мы ждем результатов исследования и анализа спинномозговой жидкости. Я предполагаю, что он находится в анаксической коме. И придет ли он в себя, одному Богу известно. Скажите, а что конкретно с ним произошло? Не знаю, доктор. Когда мы пришли, он уже был в таком состоянии. Так. Нам сказали, что он ударился головой. Мы ему дали нашатырный спирт, он на какое-то время пришел в себя, нес какой-то бред, потом отключился. Доктор, я вас прошу, если будут какие-то изменения, дайте знать. Я буду очень благодарен. Хорошо. Спасибо, доктор. Так, добавим, молодец. Угу. Сюда давай больше синего добавим. Угу. Так, давай еще сюда линию. Так, молодец. Давай сюда продолжим. Здесь так, коричневый. Угу. Умница, молодец. Может, передумаешь? Да иди ты. Так, а ну-ка. Тебе же не нравится, скучно здесь. Вообще-то я с тобой хотела побыть. Ты видишь, здесь не лучшее место для этого. Тогда, может, хватит рисовать свои кораблики и нарисуй меня. Хочешь, чтобы я тебе нарисовал? А то ты не знаешь. Ну, ладно, нарисую тебя, только поможешь мне в одном деле. Вот ты всегда такой, все у тебя с расчетом. О, ничего себе ты здесь оборудовал. Не зря в школе учился. Давай, выходи. О, дорогой, только плов приготовился. Кушать будешь? Вот, голодный у нас. Его покорми. Хорошо, уважаемый, проходи, дорогой. Садись, сейчас все будет. Вот на диванчик садись, дорогой. Сейчас накормим, напоим, все будет ягщи. У меня очень вкусный плов, дорогой, очень вкусный плов. Так, что у нас тут? Эх, ягщи.
Все хорошо, чай нальем, плов-млов покушаем. Лепешку положу. Кушай, кушай, дорогой, кушай, кушай. Кушай, уважаемый, кушай. Это плов, плов, хороший, вкусный. Настоящий рис. Еще тебе помидорки нарежем, зелень добавим. Кушай, кушай, дорогой. Ага, сейчас чай нальем. Горячий, вкусный чай на травах. О, Петрович приехал. Оп. Так, заело, что ли? Ну давай. Вкусно? Ну что, шлепок, скучал по мне? Давай, давай, иди сюда! Петрович, а? Давай заканчивай. Бери его и пошли. Пошли. Ты, кстати, к живописи как относишься? Руслан. А? К живописи, говорю, как относишься? Да никак. Зря. Между прочим, хорошо развивает воображение. Ну да, воображение разыгралось. На, смотри. Это что, я нарисовать должен? Короче так, шутки в стороны. Слушай меня внимательно. По субботам она ходит в клуб, ее всегда сопровождает охранник. Она обычно садится за один и тот же столик, заказывает себе выпить и ждет дилера. В этот день он до клуба не дойдет. Ты переодеваешься в его шмотки и подсаживаешься к ней. Вы с ним похожи, и она примет тебя за него. Ты продаешь ей порошок от Петровича и ждешь у бара. Нюхает она в туалете, там же и вырубится. К ней заходит Катя, переодевается в ее одежду и уводит охранника. Следом заходишь ты и делаешь укол противоядия, которым опять же снабдит тебя Петрович. Пока она приходит в себя, у тебя будет 5 минут, чтобы вывести ее из клуба. Мы с Большим встретим вас на выходе. Ну что, все понятно тебе? Что молчишь? Охренеть, это что, серьезно ваш план? Я что, на шутника похож? Она что, реально отмороженная такая, что своего дилера от меня не отличит? Там темно, шумно, зашел, продал. Встал и вышел. Так я еще уколы делать? Так я уколы делать вообще не умею. Да что там делать? В жопу вколол и все. Я покажу тебе как. Придурок. А что ее не выкрасть у подъезда там? Ну, или на улице, например. Почему сложности такие? Если бы все было так просто, ты бы сейчас дерево грел. Или тебя смущает что-то? Да не, план на самом деле хороший, я бы сказал, отличный, но... Так что готовься. Нервничаешь? Да нет, конечно. Я абсолютно спокоен. Даже скучно стало. Жду не дождусь, когда все начнется. А можно мне глоточек? Это что такое? Крепкий, бодрящий чай. Ты что думал, я бухаю за рулем?
Это, между прочим, законом запрещено. Статья 12.8 Административного кодекса Российской Федерации. Распитие алкогольных напитков за рулем наказывается лишением прав от 1.5 до 2 лет. А также денежным штрафом в размере 30 тысяч рублей. О, вот он идет, смотри. Это он точно? Да точно он. Че, похож? Да ладно, ну посмотри, одно лицо, такой же дрыщ. Большой. Да они все на одно лицо. Пацаны, работаем. Алло, молодой человек, а я вас узнала. Давно хотела с вами познакомиться. А я, кстати, сзади вас. Ха! Так, Марат. Ну, куртку снимай. Да, теперь я вижу, вы серьезными делами занимаетесь. Рот закрой. Не разговаривай с ней так. Ой, прости, братан. Мужики, вы что делаете, мужики? Я не такой. А как не такой? Как не такой? Не, мужики, ну серьезно. Короче. Где нормальный? О, вот он! Вы чё так долго? Слышь, прикинь, он подумал, что мы его хотим. Давай, давай, быстрее. Да на. На, держи. Можно было поаккуратнее. Как обычно? Ты о чем? Блин, я проспорил. Все говорят, что мы похожи, вот я и поспорил, что ты не увидишь разницу. Ты что ли идиот? Нет, он просто не смог приехать, я его заменяю. Так о чем ты говоришь вообще? Про дилера твоего, ты че? Он сказал, ты будешь здесь сидеть, я принесу тебе то, что ты обычно у него берешь. Он сам прийти не смог. Ну, извинялся, я за него. Бывает и такое в нашей работе. Ну, давай тогда. Извини, чего? Ну, ты полный идиот. Yeah.
Вообще, это женский туалет. Вали! Моей подруге хреново. Идиот. Могла бы одеть. Очнись! Выхожу. Ну что так долго? Че без сознания? Че такое? Че без сознания? Я не знаю. Че стоишь? Прыгай в машину! Давай быстро! Хорошо, не тормози! Короче, где ты? Давай, едем к тебе. Петрович, что за дела? Что случилось? Нанки до сих пор. Что творишь? Ты куда колол у шлепок? Туда, туда колол. Куда туда? Дырки нет? Как нет? Петрович, что такое? Говори. Да никуда он не колол. Загубили вы девку. Ну сделай что-нибудь. Бери, тащи тогда ее ко мне домой. Большой, давай. Уехал на нашей тачке. Слушай, может, давай у Петровича машину возьмем и на ней его догоним? Да нормально, сейчас все решит. Алло, этот барыга по трассе едет на Форде. Да, перехватите его. Ну что, как она? Очухается? Да я не знаю. А сколько она была без сознания, пока вы не приехали? Да около часа. Около часа? Ну, если капельница не поможет, вряд ли она выживет. Короче так, делай что хочешь, но приведи ее в чувство. Она мне живая нужна. Живая? Ты далеко собрался? Пошел делать себе выпить. Я сделал все, что смог. А я пойду пожру. Дружище, подскажи, как до города добраться? До города? А тебе в какой Понятно. Город-то надо? Понятно.
Очнулась, родненькая. Красавица моя. О, ты у нас еще летаешь. Ох, понятно. Сейчас мы с тобой полетаем. Сейчас мы полетаем. Поиграем, детка. Иди сюда. Красивая моя. Что это было? Опа. Он что, её трахнуть хотел? Походу, да. Кто такие? Петрович, я думал, ты по мальчикам специализируешься. Я, кстати, тоже. Я только одно не могу понять. Я думал, ты ее поимеешь, она не заметит ничего. Он, наверное, не очень маленький. Даже, наверное, совсем малюсенький. Где я? Откуда у нее силы? На такой удар взялись. Че, Петрович, больно? Идите в жопу. Забирайте ее и валите отсюда. Можно повежливее? А, большой, давай, вяжи ее, поехали отсюда. Опять вязать? Я вам что, швея, что ли? Ну, нифига себе, вон он, смотри. Тормозни-ка здесь. Сейчас выясним, что там. Что случилось? Доктора! Ты что не видишь, с дороги сорвался? Все, поехали. Живой? Да. А тебе что надо? Это друг мой. Куда ты везёшь? В Домодедовскую. Поставьте еще раз ему натрий-хлорид 250. Ну что, Николай Федорович, после капельницы не тошнит больше? Да нет, гораздо лучше. Спасибо. А сетрингиваю сейчас. Ну и замечательно. Аппетит появился, это хорошо. Хорошо, отдыхайте, я к вам вечером еще загляну. Спасибо, доктор. Спасибо. А, очухался? Ну что, гонщик, как самочувствие? Нормально. Куда спешил-то так? Не помню. Ну, а имя свое ты помнишь? Руслан. Хорошо, Руслан. Голова не болит? Что со мной? Не помнишь. В аварию ты попал. Головокружение есть? Ну, хорошо, отдыхай. Катенька, поставьте ему капельницу и позвоните в полицию, скажите, что он пришел в себя. Пусть они теперь с ним разбираются. Как ты место такое нашел? Классно, да? Никто не знает. Да. Мы где-то через час будем. Давай. Сейчас геолокацию только поставлю. Слышь, бинт купи там. И не забудь успокоительное. А что случилось? У тебя истерика? Да это ей. Так ты слышишь это? Успокой там. Эй, давай поаккуратней там. Так шучу же я. Погнали, шутник.
А вон там толчок. Заходим. Ага, я чувствую. Да-да, с 3 до 5 по четвергам у него прием. Хорошо, спасибо. Да, всего доброго. До свидания. Здрасте. Здрасте. Не густо у вас тут с народом. А вы хотели что-то? Я прошу прощения. Девушка, а где мои вещи? Вы легли бы, пожалуйста, отдыхать. У вас же сотрясение. А вещи-то где мои? Вещи на складе всегда лежат, с ними все в порядке. А вы, пожалуйста, идите отдыхайте. Девушка, я выписаться хочу сегодня и вещи забрать. Ну куда же вы выпишетесь? Вас вчера только с сотрясением привезли, вам лежать надо. Пожалуйста, и вон в шкафу-халатике вы не ходили бы в таком виде. По связи. Большой, ну ты где? Давай быстрее. Покухай, лезь в машину. Давай, давай. Ты что ж, совсем ничего не помнишь? Угу. Кто ты не знаешь? Кто ты такой? Ты тоже не знаешь. Почему? Имя-то я свое помню. А последнее ты что помнишь? Помню спортзал, помню дом, работу, потом провал какой-то. Че, я закон приступил какой-то? Ну вот смотри, чужая машина, прав нет, в страховку не вписан. Достаточно тебе этого? Чё, машина в угоне? Тебе этого мало. Ты чё плавный такой? Ты тачку чужую разбил. Ребят, ну выпишите мне штраф. Чё-то так голова болит. Вообще. Руки убери. Можно было позвонить, я б сам приехал. Ты чё, баклан, беспредельничаешь? Где я беспредельничаю? Ты чё со мной так базаришь? Что у вас за рансы с Фофаном? Фофан меня на бизнес кинул. Хм. Тебя никто не кидал. Ты договорняк не исполнил. Люди и ушли к Фофану. Он со мной в доле. Не забывай. Вообще-то я тоже с тобой в доле. Слушай сюда. Если бы твой отец не был Иваном, и мы бы одну зону не топтали, я бы с тобой здесь и не базарил. Фофану пацанку верни. А я покумекаю, как все разрулить. Нет. Не понял. Ты че бычишь? Фофан меня вломил ментам. При таком раскладе люди ушли к нему. Я с ним сам все решу. Ты в бабле не потеряешь. Хорошо. Забивай стрелку и решай. У тебя 3 дня, потом сходняк. Вали отсюда. Вы что-нибудь будете? Нет, спасибо. Ну что, ты разобрался с этим уродом? Да. Барыга Солнцева в больничке лежит. Он у художника тачку угнал. Столб врезался. Возьмешь пупса и за ним. А художник что говорит? Художник нам стрелу забил. Хочет, чтобы я на Ирку свои точки обменял. А ты что думаешь? Что я думаю? Валить его надо.
Слушай, а что за больница такая? Тебе что надо? Да не, просто странно, в такую больницу крутую меня поместили. Я откуда знаю, что тебя сюда поместили вообще? А адрес какой, не знаешь здесь? Знаю. Богданова, 52, Солнцева. А. Слушай, а дай телефон позвонить. Чего? Чтоб ты его дернул, как машину. Да какая машина? Я ж говорю, я ее не угонял. Мне плевать, все равно не дам. Ну давай не дам, ага. Короче, дайте отдохнуть. Скоро пойдем в офис. Дед. Дед, дай позвонить, пожалуйста. Ну мне просто маме нужно сообщить, что я тут лежу. Спасибо. Я в коридор выйду, мне просто не очень удобно тут разговаривать. Эй, дед, ты что, не давай мой телефон, сейчас стырит же. Ты заткнись ты. Слышь, я тебе сейчас заткнусь. Да, да, Рус, я слушаю тебя. Опять ты. Слушай, у меня проблема, можешь меня забрать? Какие проблемы? Что случилось? Не могу я пока. Потом тебе объясню, Андрюха, приезжай, пожалуйста, очень надо. Да я говорю, не могу, а что у тебя вообще произошло-то, объясни мне. Да правда, потом объясню, долго очень. Андрюх, я сейчас в Солнцево, в клинике какой-то крутой, на Богданова, 52. Приезжай, пожалуйста. На Богданова? Ладно, хорошо. И это, одежду возьми, и как будешь подъезжать, на этот номер набери, я выйду. Одежду? Ладно, есть какая-то одежда, возьму. Хорошо, все, жди, буду. Ладно, давай, спасибо. Даже не думай. Это меня, наверное. Да погоди ты. Ну да, я. В больницу попал тут с этим идиотом. Ну что тут, ну бормотухи выпили, сам знаешь. Ну, попал в больницу, пережу. Ну с кем? С Лёхой. Ну с отшибленным. Дед, мне позвонить должны. Да погоди ты. Тут криминальный тип один достал, у него башка болит. Ой, да тут тип один лежит, дурак какой-то, машину угнал. Да не я, а он, ошибленный какой-то вообще. Ай, идиот. Ну а я что? Три рюмки выпил. Где небо, где земля. Да я пока точно не могу сказать. Ну что, ну, лежу в больнице. Вот. Опять все гонят на каких-то березовых ветках или... Орках. Ну, отшибленный, сам понимаешь. Это, ну, 2-3 рюмки. Скользнулся, упал головой, облёт. Ну, вот попал в больницу. Здравствуйте. А где у вас тут травма? Проходите на лифт на 4-й этаж. Пойдем. Главное управление. К вам вчера поступил пациент. После аварии, без документов. В какой палате? Я прошу прощения, а в чем вопрос? К нему вообще приходили люди из органов уже? Я знаю. У нас в машине сидит подозреваемый. Мы сейчас возьмем вашего пациента, спустимся, проведем опознание, и он вернется к вам. В какой палате? В 435-й, но... Не спать. Угу. Подождите. Ну, у него же сотрясение. Ему лежать надо, ему покой нужен.
Здорово, больные. Дед, где он? Это что? Черт ты знает. Вы этого что ли ищете? Ну? Да в коридор вышел, в туалете, кажется. И в женском посмотреть тоже. Ага. В женском посмотреть. Девушка, его нет в палате. Где он? Я не знаю. Мужчина, здесь женский туалет. Ну что, нету? Да нет там никого. Не знаю. Так, где он может быть? А что, тюрьма тут что ли? Я вам надзиратель? Я не знаю. Последний раз я видела его днем. Он ко мне подошел, спросил, как можно забрать вещи. Все, с тех пор я его больше не видела. Все, все, больше не видела. Что вы смотрите на меня? Не видела. Все, уехали, уехали. Блин, спасибо тебе большое. Ой, ой, все, отстань. Ну отстань. Правда, спасибо тебе большое. О, наверное, мама твоя звонит. Алло? Ну выходи давай, да. Я здесь. Да, выхожу. Да. Все, спасибо. О, бежит. Ничего себе он. Руслан, ну что у тебя опять да происходит? Вообще пипец, погнали быстрее. Да, погнали, погнали. Я ж не попал вообще. Куда ты? Капюшон-то? Да у тебя тут какие-то проблемы. Да вообще трындец, одежда-то где? Вон сзади лежит. Ну и что? Что происходит? Рассказывай. Вообще, чуть не попал. Куда еле ты опять вырвался попал? Там вообще. Я кого тебя ты сбил, караулил, а ты где? Кто это? Ой. Руслан, это похоже, я попал все-таки. Я не понял. Что я понял. Ты куда собрался? А вам что надо? Я выходи из машины. Ну отпусти. Давай, давай, пойдем. Да не рыбы. Мужики, вы что? Вы, наверное, перепутали. Тебя откуда? Конечно. Я куда у меня везете? Заткнись. Ты где там? Смотри, как гном какой-то. Где моя дочь? Не знаю. Как ты не знаешь? Ты ее воровал. Ну да, ее в специальный дом отвезли. Что за дом-то? Я не знаю, где дом. Правда, мужики, не знаю. Я же свалил оттуда сразу. Отпустите меня, пожалуйста, а? Ну из клуба выносил ее ты. Ну да, так меня бы убили, вы чё? Они ж всё придумали это. Может, мы его на детекторе проверим? Да подожди, детектор. Ну чё, я ему верю. Ладно, закрывай его, пусть крыс кормит. Мужики, вы чего? Куда ты, блядь, собрался? Мужики, ну правда, я не при делах, ну не убивайте! А зачем ты нам нужен? Ты всё равно не знаешь, где она. Да подождите, не закрывайте, я художника завалю! Ты чё, барыга, себя киллером возомнил? Да я слышал, как он с большим собирался на стрелку к вам. Вы все равно его убить хотите. Давайте я завалю, а? Вы мне только пушку покажите, как стрелять. Я все сделаю. Да я ненавижу его. Мужики, отпустите тебя, пожалуйста. Фофан, а что? Давай ему ствол дадим. Пусть валит. И нам лишний грех на душу брать не придется. Это на тебе будет. Все, я устала. Дай посмотреть. Нет, ну... Ты знаешь правила. Дорисую, дам. Но я хочу посмотреть. Катя, ты чемодан собрала? Завтра соберу. Все равно ночью улетаем. Завтра мне, кстати, твоя машина понадобится. Где твои ключи? Ах, тебе ключи нужны. Мне нужны твои ключи. Тогда попробуй заработать. Thank you.
Ты все понял? Да понял. По сигналу выходить, валить обои. Он стрелять-то умеет? Да. Я ему все показал. Ой, Петровича, а чё этого? Толбек! Привет, Петровича, а хозяина нету. Здесь, подожди. С нами работать хочешь? Да. А где художник живет, знаешь? Знаю. Хорошо. Поработаем. Менты. Что делать? Останавливайся, что? Капитан Глухов, ваш документ. А мы что-то нарушили? Куда едете? Какая разница? Страховку. Вы на выход. Я? Да. А в чем дело-то? Проверка документов. Ты проверил уже документы? Я еще раз повторяю, выходим на улицу. Ну что, иди тогда. Мусора совсем охренели. Вообще-то у него там ствол. Алло. Да сами не знаем ничего. Сидите ровно. О, отпустили. И что он от тебя хотел? Да там это, у них ориентировка была, сравнили с фото. Все нормально. Тебя не шмонали там? Ну, если бы шмонали, я бы не пришел. Умный, что ли? Фофан, ее здесь нет, мы все посмотрели. Тебе привет. Короче, большого не валишь? Он нам живым нужен. Как, а если он первый начнет стрелять? Не начнет. Ну чё, пойдем, пацаны? Ты здесь посиди. Когда надо будет, я позову.
Так, где моя дочь? Точки мне мои верни, а я тебе дочь отдам. Какие нахер точки? Где моя дочь? Фофан, я не пойму. Ты меня плохо слышишь, что ли? Нормально ты его стрелять научил. Телефоны заберите у них. Так. В навигаторе посмотри. Давайте по машинам. Что-то дом непонятный какой-то. Мы хоть туда приехали-то. Ира! Так, ты туда, ты сюда. Фофан, нет ее здесь, походу. Ну что, поехали. Да. Они мертвы. Красавцы. И Марат тоже. Понятно. Поехали. Ты чего не переодеваешься-то? Так я с собой ничего не брал. Так что готовься. Как привезем девчонку, берешь мою машину и инсценируешь аварию для того, чтобы попасть в больницу. Из больницы тебя забирают люди Фофана. Твоя задача их убедить, что ты хочешь меня убить. А перед стрелкой тебе приклеят посадку и поменяют ствол. Если не облажаешься, как в прошлый раз, тебе перепадут серьезные деньги.
Зачем с больницы сбежать хотел? А зачем ты меня башкой об машину долбанул? Этого в твоем плане не было. В плане? В плане было, что ты девчонке в колледж противоядие. В твоих интересах побыстрее уехать из города. Советую пользоваться электричкой. Калмык опять ворота не закрыл. Ты идешь? Угу. Билеты у тебя? Мне бы только мой крошечный вклад внести, да. За короткую жизнь плести. Перестань. Я бы ниточку шёл. Ну хватит. Саш! Большой. Пойди вниз, выпить, налей. Thank you.